Ой, короче, ты сейчас наложишь эту музыку, которая типа так тинь-тинь. Ну, короче, такую музыку, которую налаживают обычно всяких там вот видео, которые типа бабушек всяких, да. Как? Такую, как будто это... Как будто мы супер-пупер эти обзорщики цветов или еще чего-то. А. Понял. Угу. Ладно. Короче, всем привет, дорогие подписчики. С вами снова я, Кустин, и вместе со мной мой друг. Нам точно нужно интро? Где я? Красивая анимация кубика. Это круговорот жизни. Да, когда тебе было 0 лет, именно такими вопросами ты задавался. Оу, ящерка. Что делать с ящеркой? Мы спугнули ящерку. И чего? А что делать? Проведите. И шо? Не, слишком умная игра. Да, все, выходим. Ящерка переместилась сюда. Теперь она здесь. Дай просто вот это делать 1.5 часа. А реально, вдруг нам за это ачивку хотя бы дадут? А вот эта полоса всегда здесь была? Или... Ты думаешь, я это знаю? Вот скажи мне. Да, ты же, блин, умный ведь. Конечно, умный пиздец. Я свечку нашел. Что со свечкой делать? Зеркало? Свечку в зеркало. Ой. С. Чё это? Ага. Я не понимаю, что нужно делать. Да, я тоже. Мы вместе свечку. Не понимаем, что делать. У-у-у! Да. Чё за письмо? Как открыть? Оло. Открывай. Печатай слово, быстрее! Джентльмен. Во, напечатай слово, ты же их можешь передвигать, давай. Джен. Дебил! Джентльмен. Ну, допустим. Джен. А тут А нету. Нет. А тут А нету, джентльман же. А что туда? Джентльменних. Не. Ай. Ем. Ед. Да, вернемся сюда потом, когда станем умнее, правильно? Чё в окне? О. Оу. Это обои. И шо? О, два, отклеивай, кликай сверху! Это Шаринган. Нужно какое-то определенное время набрать, наверное. Вы можете передвигать объекты. А, типа... А. Оу. Найс, рыба. Да. Не, убери, да там еще и другие шкафы есть, алло. Нож, класс, let's go. Еще свечка. Найс. Две свечки, нож и рыба. Жертвоприношение. Ножом. Вот видишь, там типа есть какая-то полоса. Еще нужна свечка. Рыбу посередине. Реально жертвоприношение. Я гений. Открой ножом письмо. Слово там будет. О, имба. Enlighten me. Enlighten me. Круто забыл, аж. Черт. Зажигалка, зажигалка. Как говорила чеховское ружье. Если, короче, ружье висит на стене, значит оно выстрелит. Попробуй час намотать какой-нибудь. Давай 666, да? Тут же можно 666 сделать, правильно? Да, двумя стрелками. Справа, видишь, трещина какая-то. Где вот это? Да. Думаешь? Нет, просто кликни без ножа. А может он... может это трещина на... Может это показывает стрелки, как должны находиться? Раз, стрелка, два, четыре, восемь, да? Не это, а что именно в отражении? В отражении?
решение. Так сложно стрелки будет сделать. Сейчас мы вот здесь ничего не сделали. Здесь можно крутить штуки, а вот эту нельзя крутить. И все. Поджигай все свечки и режь рыбу. А, это просто. А, ну тогда просто все свечки поджигай. А, это всё-таки не жертвоприношение. Ну чё, в окно? Погнали. Да. Опять куб. Ой, это что? Это еще одно жертвоприношение. А мы под водой, типа, теперь. Пробуй ножком тыкнуть в крестик, мы же не дебилы. А это что? Ой. Это огурец. Видно ж. Да? Уверен? Да. Поджечь можете под водой. Поджечь под водой. Конечно. О! Кликай! Нет! А, в определенной последовательности надо, может быть. Да, может опять быть. Может. Вот эту штуку в банку, блин. А, банка с водой. Ага. Банку с водой рыбу. Не, он рыбу забирает просто. А. Опять в окно. Забери рыбу с собой. Теперь черный куб. Классно, злоу. Я не могу ее кликнуть. А, надо рыбу оставить. Ну, допустим. А. И теперь он белый. Понял, рыба — это то, куда ты хочешь переместиться, какой будет куб. Ты должен на место рыбы поставить что-то, типа, ты понял, да? Надо положить на место рыбы что-то. Дядь Лёша! Бре, а это что? Ой, забирай. Отрезай ножом, алё. Да, ну. Давай рыбу. Бери всё. Ой. Спасибо. Ой, а мы сейчас переместимся в другую, все понял? Угу. А, мы снова обычный чел, уходим. Так, здесь шо? Здесь не шо. А, вот здесь может что-то будет. Сначала мне нужно опустить банку. Мы тупые. Выплюнь воду. А, может типа в горшок? Гений. Еее. Возможно, плохая идея, я подумал. Почему? А вдруг нас поймают? Это хоррор, это так и должно быть. Оу. Ты что? Шар? Ой. Подожди. Время показано, которое должно быть. 55. Давай. Так. Вот. Оу. Нас... Свапни местами вот эту книжку и другую. Еще вот эту большую, еще вот эту биг книжку. Да, переставь книгу, которую нам нужно переставить. Ты что делаешь? Саня! Да, на то место переставь биг книжку, которая правее другой биг книжки. Ты так, блин, прекрасно объясняешь. Так, теперь нам нужно подумать. Давай вот эту левее. А до этого ты типа не думал?
Поставь биг книжку на место, вон той с буковками. Биг книжку. Не-не-не, вот другую, другую книжку, которая сама... Вот эту книгу... Во-во-о! И теперь передвинь вот эту, видишь, справа, видишь, справа, видишь, справа, говно. Такой умный просто. О, книжка говорит что-то. Она не говорит, ее открыть надо. Ты что сделал? Не знаю, в инвентарь? Нет. Ты что сделал с книжкой? Ты ее вниз на пол. Она упала там, где сердце. И вообще, я считаю, то, что это люстра не просто так. Я считаю, то, что люстра не просто так. Ну, понятное дело, сейчас мы это исследуем тоже. Тырь свечки, тырь свечки. Хорошо, может, мы слишком... Нам нужна жига-зажигалка. Зажигалка. Чтобы что? Чтобы картины спалить? Чтоб свечки поджечь, алло. Что бы я ни делал, они просто, блин... А в банку свечку взять? В банку свечку? Подожди, за какой-то из картин что-то есть, видишь? Ну не просто так они шатаются. А что же? А до этого оно не работало. А что теперь работает? Ну ладно. Мы сможем открыть в мире сердца этот замок с помощью треугольника. Да, а вот он. Правда, да? Да, правда, что? Ладно, давай. А, ну ладно, тогда, короче, треугольник в часы. А, их три нужно, фига себе, блин. Ну, класс. Справедливо. Сделаем пипи по человеку. Может, здесь, подожди, может, здесь тоже нужно, типа, 3,55? Акски, да, точно, я же предлагал это. Вот так. Не, только там это работало. А. Надо было просто часы покрутить, мы дебилы? Нет, типа, это 3,55, но и инвертировано. А. Самара. Ага. А, время, 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 время! Так. Нет, там по-другому было совсем. Вот так. Вот так. И... Круто! Забирай его. Ты упал. Забирай. Забирай. Подожди его, точно! Как не подяду банкой. О, а, ну... А, в этом плане семя жертвы. А у ящерицы что-то было видно. Мы же цветок не видим до конца, значит, у ящерицы будет видно. Да, да, да. Отдай цветок. Червя. Червя. Пога. Ковер достаточно детализированный, мне нравится. Режь его. Я пошутил, не надо, не надо. Да режь. Блин. Режь, деда. Он рот открыл. О, не. А что с телефоном? О. Поменяй, короче, местами штуксы. Ты опять же, так вообще имбово объясняешь? О. Что он делает? О, повезло. Вот он. Узнали, что светилось на дереве, кстати. Имбовый рот у тебя, чел. Ой. А, это надо много... А, подожди. Кто? Шо? Кого? Найс. Е-е-е. Зарежь, деда. Да нет. Че, жалко, что ли? Да. Пипи-пупу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 -пуп
Окей. Ой, это ж... ножом. Что, не работает, что ли? Ничего не меняется. Так, белка, дай.
Ножом ее, алло, дебил. Здесь что? Неинтересно. О, груз. Класс. Это вот, наверное, ручки надо. Да. Вообще без понятия. Ну поставь просто 14:00 и забьем. 14:00. О. И шо? Теперь груз. В куда? И чё? Нож? Куда? Здесь шо? А может здесь нужно забрать то яйцо и типа сюда? О, и шо? Теперь? О. Ва. О. Мы разгадали Офигеть, вот это да. Не, давай для начала пожнем, короче, плоды нашего успеха. Плоды успеха, блин. Самая псевдоумная фраза в моей жизни. Пробуй ножом отболтить что-нибудь, ну сделай что-нибудь умное. Ножом отболтить — это умное? Прочитай первые, короче, буквы всех слов. А-ту-ту-ту-ту-ту-а. Хорошо, в другом предложении, на другой этой. Дхай бхвия. Бхевиер, понял, надо стать бхевиер. А, да, ДБД. Все, погнали ДБД, ну нафиг эту игру. Да, я уже начал запись, давай. Давай. Да, мы тут вообще ничего не поняли в итоге. И поэтому забили. Так что... Что вдруг второй раз так же получится? Скорее всего. В горшке груш. Горшок горит. Это нам пытаются донести, что надо пользоваться, что-то делать с часами, а мы тупые, сейчас сидим и мечтаем стих. Ой, облака. Ага. И... часы как-то вот так. Ага. О, что здесь? Цветок. Подсолнух. Самолетик. Приземлился. Блин, это наверх. Да, типа того. Что с солнцем делать? В горшок. Опять. Может, тогда к телефону? Ну, кстати, да. Че, может, там что-то поменялось? Пепси. О, чё, куда? О, Опять руки вылазят из разных мест. Нож. Прекрасно. Отлично. Ну, давай в этот раз не будем угадывать код для детей за полтора часа, пожалуйста. Червяка сердцем положить на геккона с рыбой. И чё это даёт нам? В клумбу песок. Да, вот сюда. Да, и туда подсолнуть еще. Да, им... Ой, не туда, не туда. Во. Genius. Теперь бери солнце. Genius. И что теперь? О, давай, падай, давай. Класс. Плюс хавчик. Там ей семку... Правильно. One eternity later. Так, мы давай я не воспользуюсь Гуглом. Ты даешь свое согласие на это. Не, у меня есть же. А что я не могу шифтаб использовать? Подожди. Руководство Steam. Так. Куплинов не прошел сундучок, он просто на часах поставил 0. Это я в жизни не додумался бы. Я бы в жизни. Я бы. Че. Ой, какой кошмар, это смотри. Тут, короче, озвучиваю. Ну, во-первых, нужно переместиться туда. И теперь разрабы хотят так, чтобы мы, короче, ставили грузик, типа, и сравнивали вот со всем остальным, да? Значит, по очереди вот так вот выкладывали предмет каждый, да? И типа сравнивали, да? И потом, вот когда мы такие поняли...
что сколько весит, мы такие заходим, значит. Ага. Так, не сюда. Ага, в ночь. И вот, короче, сколько весит вот это, блин, время на часах. Вот это... 0, 4, 15. Это гениально. Это настолько гениально. Я бы даже близко не подошел к такому умозаключению. Если бы я тут провел час, я бы, наверное, дошел, но это настолько гениально. Мне это не нравится. Мне нравится точка посередине Луны. Мне это... Я видел скриншоты, и сейчас будет психоделика, скорее всего. Луну режь. Ну, я же говорил. Это рисунки, которые должны быть на Луне. Да. Слева сверху, слева справа. Давай. Первый... Давай. Квадрат, S, палка, блин, с точкой и крестик. А, нормально. Чё это? Опять головоломка. Вот. Ага, и? И часы закрываешь, наверное. А, и теперь они... А, ну, тайм показала. Вот так. Во. Фигай. Себе. Нажалуется, что у нее яиц нету. Ну тогда это, держи червя. Да, рыбу. И ящера тоже. Рыбу. И рыбу тоже. Да и сердце съешь, чё тебе? Да и спички съешь тоже, чё бы и нет. Чё тогда, нож? Ну ничего. Это ребенок, забирай. Во-первых, ребенка на середину алтаря, как жертвоприношение. О, нет. Направо, right. Потом вперед, потом налево, потом снова вперед и на 180. Вперед. И назад. Во. И теперь она оставила первую. Уходим с того стрёмного мира, он мне не нравится. И вообще отстойный. Да, пока и вообще страшный. Психоделика все же. Ей. Ой, а теперь куб 3D. Верните меня обратно.